В эту субботу, 8 апреля, в 734 городах 69 стран мира пройдет тотальный диктант. В Чебоксарах определены 5 площадок. Их адреса можно узнать на официальном сайте акции totaldict.ru. Самое большое количество желающих проверить свои знания ждут в новом корпусе Чувашского государственного университета имени Ульянова по адресу Университетская, 38. Также стало известно, кто будет читать текст диктанта в Чебоксарах. Региональный оргкомитет тотального диктанта объявил конкурс «Народный диктатор». Победителем стала обозреватель газеты «Советская Чувашия» Людмила Арзамасова.